поменьше, да, здесь папулки совсем масенькие. Угол как бы относительно кожи вы делаете просто как вам удобнее, да? Да, ну, но важно, чтобы иголка не скользила, то есть не по коже, да, то есть что под наклоном. Да, да, да. Вы знаете, на паж можно потерять много препарата. То есть потом просто его растирать жалко. Дорогое удовольствие. Можно на паж. Но и больнее. Скорость. Угу. Нам тоже можно делать перчатки.